Уважаемые друзья рыболовы, всем крепкого здоровья. Я сегодня приехал на то же самое место, где рыбачил в прошлый раз, на боковой кивок. Но в этот раз я взял с собой уже большой чехол с удочками для хирабуны. Уже все настроил. Вот у меня удилище. Уже стоит на подставке. Поставил поплавочек. Уже замерил глубину. Замешал здесь прикормку. Она стоит у меня, набухает. Можно еще немного подмочить ее, чтобы она хорошо на дно опускалась быстро. Ну и, собственно говоря, сейчас уже будем начинать рыбалку. Тут сорожка клюнула. На хирабуновское тесто. Прикольно. Поклевочка. Вот, укладывает. Поднимает, поднимает. Сейчас, наверное, будет топить. Ой-ой-ой. Ух. Вот он. Сразу две рыбы. Ёлки-палки, ребята. Вот такого у меня еще никогда не было. Сразу два леща. Ого! Сразу два леща попало. Представляете? Охренеть. Сразу два. Так. Так, сразу два. Вот хирабуна работает как. Офигеть. Сразу два. Это да. Такого у меня еще не было. Обалдеть. Попробую сейчас насадить на верхний крючок теста, а на нижний маленький кусочек хлеба.
вот поклевка. Угу. Зачетная сорода. Попробовал хлебушек насадить. Клюнула. Классненькая. Ага. Какая хорошая сорожка взяла. Ну какая. Красавица. В общем, я периодически подкармливаю местечко, то есть как бы активизирую рыбку. Дело в том, что той прикормки, которую дает хирабуна, сама по себе не хватает в этих условиях, потому что много мелкой сорожки, которая это осыпающееся тесто выедает. Вот, поэтому приходится докармливать. Вот он красавчик клюнул. Хороший. Кого-то принесло на машине прямо на берег. Вот это. Верхний крючок на тесто клюнул.
Ну, короче, приехали парочка рыбаков. Сейчас будут размещаться. Ну, соответственно, пошумели. И рыба перестала брать. Вот такой вот улов у меня на засолку, самое то. В общем, ребят, была такая ситуация, то что вечером начал подходить подлещик, прям подошла стая, поклевки плотвы прекратились совсем и начались поклевки леща. Вот. Ну и в общем, два мужика приехали на Ниве на берег, подошли, что клюет, что не клюет, начали расправлять удочки. Они тут будут сидеть в ночь. Короче говоря, подлещик напугался и перестал брать. В общем, не удалось мне концовочку этого видео закончить так, как я этого хотел бы. Ну, сегодня пятница, этого следовало ожидать, что в это попсовое место кто-нибудь приедет. В любом случае, кайф от рыбалки я сегодня испытал. Кайф от поклевок я сегодня испытал. Подлещика мы сегодня половили, на хирабуну потягали. В общем, отдых получился на ура. Всем вам здоровья крепкого, удачи на рыбалках и увидимся с вами в следующих видео.